Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами стример SLTO Сардарнчик. Сегодня мы комментируем FastCap 6534 и, собственно, встретились у нас две замечательные команды, как команда Огород против команды Олгарена. Немножечко подробнее о командах я расскажу. Собственно, команда Огород имеет полное название команда Огород Инк. Ребят сыграли 5 матчей, из которых 4 выиграли и 1 проиграли. Статистика хорошая, мне уже нравится эта команда. И команда Олгарена. Полное название команды Олгарена. Ну и статистика команды 14 побед, 16 поражений. Ну, тут уже, так сказать, 1 к 1, 50 на 50, что-то вроде того. Ну, опять же, количество игр пока маловато, и сложно что-либо тут конкретное сказать о командах. Ну что, потихонечку ребята пикают, банят. Я тем временем маленькую аннотацию сделаю. Так, ну что, Бэтрайдер у нас пошел в бан, и Вайпер. Неплохо. Вообще, в принципе, у меня пики забавные, в плане того, что Феникса я очень давно не видел, и не знаю, почему именно этот герой у нас в игре. Возможно, будет что-то вроде тройного там перерождения от Райт Кинга, то есть Фени у нас будет собирать каким-нибудь образом фастом агоним, ну и уже пытаться своих тиммейтов сейвить. Инвокер. Огр, Макс, Кайгера, Коптел, Элдер, Титан и Инвокер. Тем временем у команды Олгарена идет Феникс, Фантом, Ассасин, Абадон, Врайт Кинг и Виндрейнджер. Ну что, ребята распикали. И поехали. Все, остался Гирокоптер и, собственно, начнем игру. Отлично. Так, ну что, включу я на первое время статистику Крипстата. Будем следить за этими графами. В дальнейшем уже перейдем на таблицу XP, золото и так далее. Что интересно, забавно, не вижу я никаких пауз в начале игры. Вечно мы с Зетрю, ну, в принципе, я с Зетрю разговариваем на эти паузы. Бывает, команды, которые новички, довольно-таки часто ставят паузы для того, чтобы разобраться, кто на ком, что, как. Вот, ну, в данный момент мы видим, что ребята знают, что они должны делать, на каких ролях, ну, и понимают, что необходимо сделать. Так, ну что, будет у нас стоять... Как у нас будет стоять Феникс? У нас будет стоять хардовый Феникс против Огра, Ская и Гирокоптера. В мидл гейме у нас будет стоять Фантом Ассасин против Инвокера. Ну и Элдер Титан будет стоять у нас против Абадона, Верки и Врайт Кинга. Да, действительно, я вот Феникса давно довольно-таки не видел, и хочется очень сильно его увидеть. Точнее, я его уже вижу. Будем наблюдать, как он будет отыгрывать. Тут должна быть довольно-таки сильная агрессия
со стороны Гарены команды, так как есть, можно считать, три дизейблера плюс Абадон, который будет щитом просто-напросто снимать, а Сон с тиммейтов. Блокер у нас пошел через квас качаться, у него два запуленных танго, и вот получает себе второй уровень, качает сразу же ульту, прокачивает кол снэп. Фени у нас, понятное дело, тут нельзя агрессировать, нельзя подставляться, один раз залетишь и все, там уже пойдет сайленс, замедление, стана от агра и полная раскастовка, собственно, ребят. Так, тут у нас на подсейве Абадон. Не самый лучший фарминг от фантомочки, но фантомка старается у нас стоять в мидлгейме. И вот первые ганги у нас пошли от команды. Ну что, огород? Как будем тащить? Ага, подбирает хосту у нас Огр. Не знаю, значит, инфы об этом не было. И Огр у нас уже со вторым левелом заходит на фантомочку. Кол снэп кастуется, стан, замедление, санстрайк сразу же здесь закастовывается. Также под замедлением агра и минус. Забирает у нас первую кровь, собственно, Огр маг. Тут же появляется вторая руна. Мигает на Огр на эту руну. А у инвокера там ботиночек и всякое такое по мелочи. Поэтому ботла нет и Скай забирает, собственно, руну. Ага, поставил сентри вард, у нас Абадон, тут же раздевардил Опс. И Элдер теперь будет, я думаю, чуть-чуть сложнее стоять, так как уже возможно сделать отвод. Так, ну что, пока вроде все спокойно. Ребята загангали один разок. Довольно-таки у них это хорошо получилось. Рейд Кинг у нас выступает роль керри. Прокачал на третий уровень два раза на стан, собственно, и один раз плюсики вкачал. Ага, вот так вот. Ну хорошо. Отпивается флаской и, собственно, друбает последнего героя, получает себе четвертый уровень, качает уже Mortal Strike, криты. А инвокер у нас вкачивает экзорт уже на троечку. Будет чувствоваться, я думаю, санстрайк. Сколько у нас уже от санстрайка там? 225 урона. Так вот неприятно. И тем временем появляется у Феникса уже четвертый уровень вместе с Транквилами. Угу. Опять же, Феникс стоит, стоит спокойно, при этом должен понимать, что нету, собственно, суппортов. Забирает у нас Огр руну богатства, фантомочка у нас сразу же в леса забегает, понимает, что нет суппортов, опасно. Ага, ну и тут на подсейве сразу же Абадон прибегает, понятное дело, опасно. Так, ну что, Огр? Огр, замедление Ская, болт, так, пошло у нас замедление от агра, но больше всего получил урона, по-моему, Скай, 170 хп. Отпивается флаской, отходит ребята обратно, ботинок есть у агра.
Так, ракета тут тем временем навер просто летят постоянно Феню. У Фени вообще лол 200 хп. На самом деле, если бы тут как раз таки сейчас оказались какие-нибудь суппорты, то думаю, Феникс бы отъехал, так как ультимейта нет, а Транквилы бы его точно не спасли. Ну, хотя, может быть, и спасли благодаря скорости, но что-то я сомневаюсь под замедлениями-то. Так, ну что, пятый уровень тем временем, и у Врейд Кинга стан уже на троечку. И появляется также Мидас. Геркоптер у нас решил без всяких Мидасов. Понимает, что нужно все это быстро фармить, быстрые всякие итемы себе собирать, даже переходящие, что-то вроде Аквилы, и вот как он сейчас собрал Фейсбутс. Есть скорость, есть урон, есть ракета на тройку. Ну, на Фениксе мы это уже почувствовали. Тем временем Фантомочка дамажит у нас Инвокеру. В Инвокера нету Векса, и... Все, минус. Абадон забирает нас Инвокера благодаря щитку. И счет становится 2-1. Шестая минута игры. Так, ну что? Абадон. Съел тангусик, отпился к Лирити. И будет это ганг от Фантомки. Все-таки седьмой уровень или же... Или что? Ага, ну ладно. Райт-кликом тем временем покупает Фантомка, собственно, на базе Фейзы. У нее есть также Iron Branch, Bottle. И да, отправлять в руки, думаю, будет просто бросать напросто. Бросать Iron Branch и что-нибудь возьмет. Или, а, да Yellow Tango, хорошо, место освободили. Фейзы. Так, тем временем Абадон у нас подошел сюда сейвить, умирает у нас Феникс, также умирает у нас Абадон, отъехали. Но тут весь прокаст ребята дали, молодцы, на самом деле, грамотно сейчас сыграли. То есть не убежали от Феникса, которого можно затычковать руками, собственно, что и сделали. И забрали у нас Абадона. Конечно, все грамотно сработано. Не знаю, мне кажется, Феникс практически бесполезен вообще в этой игре. Может быть, я и ошибаюсь. Возможно, он еще сыграет свою важную роль в этой игре. И мы увидим это. Но пока... Пока только сомнения могут быть. Так, на хосте тем временем у нас Скай. Огру у нас стоит, чекает. Возможно, сейчас пойдет за руной. Тем временем Мидас появляется у Инвокера. Есть Брейсер, есть Мидас. У Элдер Титания. Тем временем ботинок Соуринг. Так, у Райт Кинга тем временем седьмой уровень. Вкачал он себе пульту. Рейд Кинг у нас хорошо фармит, уже Power Threads умеет. Ну, линия довольно-таки хорошо пушится. И вот стан пошел от Элдер Титана. Привязочка. Отличная привязка. Power. Отлично. Отлично сыграли ребята. Верка у нас быстренько привязочку у нас Шеклшот дала. Пауэршот прошелся. Правда, не на фул, но прошелся. И ребята забили. Забили. Верка забирает Элдер Титана. И тем временем в middle game, где-то там, у нас забирает еще и Инвокера. Опять же, Фантомка, Абадон. Ребята молодцы. Забрали Инвокера. А у Инвокера в этот раз был уже Векс, но не было маны. Вот. Печаль, печаль, когда нет маны. И думаю, прекрасно будет себя понимать в этом плане в Райт Кинг. Все-таки Инвокер под... Обычно и в принципе и пикают Инвокера против всяких Райт Кингов, потому что ЕМП кастуется, и Райт Кинг не супер быстрый, не самый быстрый из героев, поэтому он, собственно, и помирает. Так, ДДшечку побирает у нас ВРК. Активирует ее.
Ага, а тут ребята перетянулись на топ. Фантомка решила сделать ганг. Включает фейзы, замедление фантомку. Феня. Silence на фантомочку. Фантомка тычкует и сбивает, ребята, гирокоптер. Абадон забирает этот килл. Фени тем временем раскладывается. Санстрайк почти цепляет фантомку, но все-таки не зацепил. А, продолжает Фени нагнетать. Замедление тут кидает на агра. Огр должен отъезжать. Минус. Фени забирает у нас огра мага. И фантомка забирала у нас тем временем ска. Отлично. Ребята разобрали по одному герою. Тем временем Элдер Титан у нас кидает бразду. И бразда кривовастенька пошла. Но Феня забрал у нас Илдер Титана, забрал даблкил. Минус 4. Ребята отлично сыграли, а потом у нас возвращается на базу. Не, вообще все красиво и грамотно сейчас сделали, ребята. 12 минута игры идет и 8-3 счет. Так, ну что, понимаем, у гирокоптера больше всего крипов, но одновременно с этим у Рейд Кинга 9 уровень и есть Мидас. И, черт возьми, он пушит, и очень жестко пушится линия на самом-то деле, потому что Рейд Кинг уже вкачал, собственно, вампирик ауру. Вообще, в принципе, любая аура полезная. Тем более уж теперь. С катапульты хорошо подпушил у нас ВК. Фейзы тем временем приобретает, собственно, ВРК. И баллиста продолжает бить. Уже можно динаить вышку. 50 хп у вышки и прилетает от баллиста. Нет, все-таки последнюю тычку делает у нас Элдер Титан, динает тавер. И у инвокера небольшие проблемы. Тут пошел дагер, замедление. Но все-таки сентри не могущественная, поэтому... Так вот, все заканчивается. Тем временем, собственно, ВРК забрала у нас Элдер Титана. И драка в миддлгейме. Опять фантомка запрыгивает. Ой-ой-ой, проблемы. Хорошие криты на 300 выпадают от фантомки, забирают. Куда-то адский медведь у нас побежал. Кто его подчинил? А, гирокоптер. Все, понял. Гирокоптер пытается подпушить линию дальше, но тут в Рейд Кинг вместе с ВРК довольно-таки хорошо пушат линию. Хорошо у них это получается. Fortification, ребят, тут юзают. Ну что, два фортификейшена за 30 секунд у обеих команд. Тарка падает, 400 хп осталось. Тут ребята ушли, все. Размен таврами не самое лучшее, но ребята разошлись. Ставится сентри, видит ВРку. Решили отпустить. Помигали. ВРК тоже понимает, что тут стоит центри. И тем временем в смоках Феникс, Абадон вместе с Профеткой бегут у нас сюда. Но тут гирокоптер приобретает телепортацию. Но! Нет, гирокоптер, проблема у гирокоптера, даггер прилетает, начинает очковать, ульту заюзывает, надо телепорт кастовать, нет, телепорт не кастует и умирает. А потом забирают нас гирокоптера, в Райт Кинг тем временем забирают нас инвокера в мидл гейме, все под сном, борозда пошла у нас от Элдер Титана, цепляют у нас ВРку, минус, забирают у нас Элдер Титан, да, забрал Элдер, конечно, у нас. Как и ВРку, так и в Райт Кинга. В Райт Кинг у нас вообще два раза. А, у Райт Кинга ульт. Маны не хватило. Вот это поворот. Вот это поворот. Ну и что? 2 в 2. Так, ну что, под сном. Феня у нас находится в такой анимации хорошей. Застыл в воздухе. Потихонечку варит меку. Ну как потихоньку? 15 минуты игры, пару голды и будет уже механизм. Но курицы у нас отправляются все-таки в потайную лавку. Видимо, для фантомочки. Фантомка будет себе что-то приобретать. Нет, перенаправляет куру. Будет это механизм. И Абадон у нас. Так. Прошел у нас шеклшот. Ага. Второй сентри. Я понял, это супер сентри. Я понял, ребят. Это вот такие вот суперские сентри, но вот такой опс. Чтобы два сентри на верочку. Транквилы появились у Элдер Титана.
Так, ульта закастовывается у Абадона. Абадон у нас отходит обратно. Сайленс кастуется вместе с колдснэпом на фантомку. Шеклшот, привязка, ульта, пауэршот проходит по Скаю. Скай у нас уже отсюда не уйдет, отъезжает. Фени забирают у нас огнем. Тут на Скайрея. И пару тычек надо дать в башню, чтобы разрушить ее. Тем временем гирокоптер на топе. Т1 уже сносит. У ребят появился опять фрискейшн. Ну, в принципе, у команды... тоже появляется глиф команды Огород. Брейд Кинг, Блинк Дагер ушел. Огр Клад тем временем собрал Брейд Кинг. Тут уже пошел глиф, также заюзали глиф. В общем, ребята не жалеют глифа, правильно делают. Так, ну что, гирокоптер, 10 уровень. Так, сейчас будет драка, чувствую. Тут пытались дикого адского зверя замансить. Так, так, живет. Ульта гирокоптера. Срабатывает ульта от, собственно, Абадона. Борозда отлично сработала. Ну, в этот раз маны есть. Врайкинг, Врайкинг будет умирать. Перерождение пошло. Минус. Верка забирает гирокоптера. Инвокер забирает Абадона. Феникс забирает у нас Угромага. Минус 2 в 2. Даблкил от Верки. Верка забирает инвокера. Так, ребята поняли, тут оставили. Даблкил, триплкил. Отличный шеклшот. Точнее, пауэршот прошелся по Скаю и отпускает все-таки Врайкинг тут у нас. Элдер Титана. Хотя еще можно было подраться на самом-то деле. Ну и драка в 2-4. 18-6 в пользу команды Гарены. Ребята потеют. Форстав появляется у Верки. Правда, который на базе. Игнайт. Меку так и не закастовал Феня. Вот что я видел, но я думал, он закастует. Но не стал. Практически и там тавр упал, но все еще находится живым и стреляющим. Ребята под вардом проходят. Сейчас, думаю, появится у фантомочки у нас персеверанс. Да, именно он и появляется. Так, ну фантомка уже на готове. Готова выпрыгивать. Сейчас будет, чувствую, драка. А, в Райт Кинг минута отката ульты. Ага. Пошел дух. Пошел дух. Палить всю ситуацию. Цепанул у нас Абадона. Цепанул Феню. Вернулся. Через фантомку должен пройти или как? Нет. Замедление. И в Райт Кинг забрал Скай. Я не увидел, как это пошла. Борозда у нас также проходит. Никого не цепляет. А у Абадона ульта проходит. Цепляют также Скай. Скай отъезжает. Гирокоптер отъехал. А, лоу ХП у Агра. Огр должен умирать. Фантом забирает у нас даггером Агра. Переагрить надо. Переагрить. Верк не переагривает. Так, метеорит у нас проходит по Врайт Кингу. Врайт Кинг кое-как выживает на самом-то деле. Лол. Просто на лоу ХП все уходят. А потом на развороте пытается еще забрать. А, Мека также была скастована от Фени. И минус Тауэр. Крип забрала. Минус 3 в 0. Вот это самое удивительное. Но да, да, точно. У Феня может отхилить, что он, в принципе, и делает. Костволк кастует инвокер, но ребята вряд ли тут будут заходить на хайграунд. Ну, я сомневаюсь, на самом деле. А, ребятам надо спушить на топе, на боте. Ну, на боте там добить, на топе тем более. Там Т1 стоит. Ребята расходятся. 21-6, 20 минута игры. Что у нас по уровням? 13 уровень имеет Врайт Кинг. Самый топовый левел на карте. Сейчас уже скоро будет даже 14. Общая ценность практически 10 тысяч у Врайт Кинга. Буквально 100 голды и будет у Врайт Кинга БКБ. Это на самом деле офигенная вещь. Так, ну что, пошло у нас смоук от команды
Все время вспоминаю суп и думается о другом. Так, ну пошло, пошли у нас мультикасты. Дамажат ребята, сон. Ульта пока не сработала. Ага, борозда пошла. Должны отхилить. Да, отхиливается Абадон полностью. Врагкинг делает у нас даблкил. Забирают гирокоптера вместе с Агром. Фенин забирает Элдер Титана. Также Фантомчика забрала Скай. Минус 4 просто в таверну. И фул ХП у команды Гарена. Да, да. Как-то не айс получилось у команды Огород в данной игре. Вообще в данном замесе, по крайней мере. Но ребята тем временем переходят на Т2. Глиф у ребят есть, но я не знаю. Я думаю, не стоит вставать глиф на таур, который дефить не будут. Думаю, отдадут. Да, да, отдают тем временем таур. Глиф прижимают ребята. Ну, немножечко задержать можно, действительно. Ну что, будут переходить дальше. У инвокера есть телепорт. Прилетает у нас сюда ВР-ка. Сразу же телепорт. Так, отлично прошелся Шеклшот. Форстав дамажит. Не хватает маны, собственно, у инвокера. Ну, ВР-ка тут у нас отпускает. На топе тоже ребята не решили заходить. Решили отпустить ребят. Так, ну что? Что, Red King продолжает фармить, а появляется у него Global Hest. А, вероятнее всего, это будет в дальнейшем Mailstorm. А, заюзывает ПКД просто Midas. Ставит опс тут. Ну, залетает в Райт Кинг, сразу же дамажит у нас Скайрая. Скайрай открыта в 420, отпрыгивает, сразу же Шеклшот проходит. Дагер, Фантомка, прыгает, Борозда, ЕМП, кастуется, Абадон отхиливается благодаря этой борозды. Верка забирал гирокоптера, Скаймак у нас бейбек сделал. Райт Кинг забирает Элдер Титана, дамажит у нас Огра. Огр умирает и даблкил от Верки. Отхиливает у нас Феня, есть еще... Так, замедление... Есть еще, собственно, механизм, который пока не скастовывается. Метеорит. Мека пошла. Ну, ребята пошли уже по хайграунду. Райт Кинг у нас еще не умирал. Ульта закастовывается. Живет. Просто живет. Фантомка напрыгивает на Скай. Скай отъехал. Блинкдагер. ЕМП. Стан. Пытается отойти. Нет. Выжигается мана. Надо помочь. Надо помочь. Но никого тут нет. Мэлсторм. Проходит Веня. Феня еще сам пытаюсь, лишь бы не умереть. Проходят мультикасты, ульту закастовывают. Колснеп, проблемы в Райт Кинга. Райт Кинг дамажит, отхиливается. Нет, Райт Кинг у нас все-таки умер. Фантомочка забирает у нас Огромаг, забирает инвокера. Дабл кирл от фантомки. Гирокоптер забирает у нас в Райт Кинг от инвокера. Прошел у нас Бласт. Бадона убивает гирокоптера перед смертью. Ну, ну, нет, все еще живет, живет. ВРК, колснеп. Прилетает все-таки от инвокера, у нас ВР-ку забирает. Фантомочка у нас забирает инвокера, зверство. Вот это драки, просто. 2 в 3 с байбеком. Так, пошел сон. Сайленс. Так, отличный мультикаст и просто отправляет в таверну у нас Скай Фантомочку. 700 голды, 700 голды сбрили. Вообще, в принципе, много голды тут сняли, но в 15 тысяч экспы и золото, да, там большое, на самом деле, все еще превосходство. Боюсь, что даже несколько этих тысяч не хватит ребятам. Но вот, пожалуйста, да, у гирокоптера появляется БКБ, возможно, попытается еще что-то сделать гирокоптер. Да вообще еще есть возможность, так как бараки целы, драться можно, дефа, пытаться дефить и тому подобное. Но, конечно, с Фред Кингом это... Сложно, сложно. В плане того, что если Брайт Кинг перерождается, это становится сложнее. А если еще и Феникс... Феникс у нас еще после этого жгет всех под ультой. Там уже не до Фени. Так, ну что, худ появляется у Абадона. Арканы появились наконец-таки у Огром. Ghostwalk.
А, Icewall, да. Ghostwalk это Invis. Прошу прощения. Так, ну что, забрали у нас кентаврика. 70 голды получает Верка. И ребят заходит на Рошана. Думаю, выложит у нас в Red King стике. Заюзывает зачем-то Смоки. Ну, смоки заставили для того, чтобы, наверное, полить инфу. Феню уже готов залетать. Феню видно. Феню. Ага. Вот в чем хитрость. Ага. Так, что-то я не увидел. Кого? Залетел у нас инвокер по ДМП? Нет, вытолкнули. Мана все еще хватает. Под сном. Фантомочка. Дамажит. Забирает. Надо отдать. Топорик. Выложи топорик. Забирает Аеги. Забирает. Фантомочка. Борозда хорошо проходит. Бабадон забрал Громага. Под этим еще горит. Горит, ребята. Просто отходят. Стан по гирокоптеру. Минус. Верка забирает Элдер Титана, Фантомка отправляет в таверну Герокоптера. Минус 3. Черт возьми, у Верки вообще там 50 хп было. Стан от Райт Кинга. Отлично, забирает Фантомка, Ская. Дабл килл. Дабл килл. Минус 4, ребят. И все. Можно заканчивать на этом, мне кажется, игру. 30 секунд не будет, ребят. В принципе, а, кстати, мека. Мека есть, да, мека была кастована. Отхиливает Феня. Торнадо. Торнадо мало хп отнимает. Даггер. Так. Приблинковывается у нас Фантомка. Стан. Мультикасты пока не проходят. Кол форстафом выталкивают. Отличная ВРК работа. Сносят, собственно, казармы у нас мечников. Падает также казармы магов. Пайпа появляется у Абадона. Абадон может закастовывать. Так. Не прошел. Не прошел у нас замедление. ЕМП. Слышу ЕМП. Так, ЕМП никого не цепануло. Ракета, колснет, пайпуха заюзывается, но слишком много урона, конечно, по Фене. Фене просто сбривает. Залетела у нас Фантомка, блинкуется, критует, забирает Ская. Критует еще раз, забирает Огра, по 1000 криты. Так, третий блинк, стан. Даггер, минус Аегис. Стан от Райт Кинга залетел, отлично, по гирокоптеру. Дальше будет дамажить, нет? Топчет. Отхиливает Абадон. Санстрайк. Борозда. Нет, нет. Много. 1000 критов. И опять же Фантомка отправляет в таверну Элдер Титана. Ребят, ну самое время пойти и снести еще одну сторону. Отлично. Врайкинг понял меня. Залетел на третью, на вторую сторону. Начинает тычковать. Верк помогает под дизолем. Арканы прожимают у нас, ребята. Ну и минус. Вторая сторона потихонечку пошла. Так, замедление. Сайленс. Бласт. Метеорит. БКБ от Фантомки на развороте. Надо еще брынь. Так, блинкуется. Отлично, забирает агра. Есть еще даггер. Кастует даггер у нас. По инвокеру инвокер. Вот, теперь Госволк пошел. Уходит в инвиз. Перерождение от Райт Кинга. Решил переродиться. Да, что там. Ну и механизм появляется у Ская. Торнадо. Ульта от гирокоптера. БКБ пошло на Сайленс по Абадону. Абадону ульта и нету. Закастовывает ульту Феня. Феня, Феня. Жгет, жгет всех. Фантомочка забирает Ская. Стан по гирокоптеру. Гирокоптер отправляется в таверну. Так. Иул. Поднимает Иулом инвокер. Бласт. Стан. Фантомка залетела. Забирает одного. Тычкует. Мисы, мисы от фонтана. Лол, это даже не бабочки. Просто мисы. Врайкинг уже умирает. Фантомка запрыгивает. Забирает у нас 1000 криты. Ультракил. Откиливает ее Абадон. И это ГГ. Минус 5. Ну что, поздравляю я команду Алгарена с их отличной победы за 30 минут, тут прям 29-29. И, собственно, ребята переходят дальше по сеточке фаскапа. Дальше уже у них полуфинал. Ну что, всем, ребят, спасибо, до скорого.